Больш за паўсотню адзінак тэхнікі працуюць на рэканструкцыі дарогі Р-122 Магілёў-Чырыкаў-Касцюковічы. Нагадаем, у чэрвені пачалася падрыхтоўка праекту, ключае некалькі этапаў. Яго плануюць рэалізаваць поўнасцю за 2,5 гады. Зараз рэканструкцыя ідзе на ўчастку ад Магілёва да Чавус. Под реконструкцию подпадает 31 километр дороги. Гэты участок, по словам специалистов, забеспечивая выезд с Могилева у накерунку 9 районов нашей области. Грузовые и пассажирские машины рухаются интенсивно. Покуль тут 2 полосы, а будет 4, по 2 у каждый бок. Когда сделают эту дорогу, водители смогут вовремя возвращаться домой. Калі гэта дорога станет 4-полосной, для зручности пешеходов побудуют подземные пероходы. Обсталюют место перагону для живел. Один для хатних, другие для диких. Дарэчы, дорожники обовязково зацверджваюць проект реконструкции с экологами. Было проведено исследование, и на местах миграции диких животных предусмотрено устройство перехода для копытных животных через дорогу. Гэтай рэканструкцыі даўно чакалі водители мясцовыя жыхары, бо дарожнікі запланавалі замяніць некаторыя трубы і зрабіць новыя ліўнёўкі. Кошт праекту рэканструкцыі 270 мільёнаў рублёў. На стадіі абоснавання інвестыцый было выяснена, значит, окупаемость этой дороги, нужность, необходимость, все просчитано, поэтому дорога не будет здесь лишней. После сдачи этого объекта пропускная здольность этого участка повялишится большим удвоя. Але дорожники-будовники бачуць перспективу еще у тым, что по этой дороге про Шерыкаў можно трапить на Россию. И коли дорога будет якостная, яе будут выбирать многие для своего маршрута. Держава укладывает великие сродки у развития дорожной сетки, бо от этого залежит якость життя, бо повышается интенсивность развития экономики. Катерина Городницкая, Юрий Оласол, новини региона.